продолжается работа летних лагерей, развернутых на базе образовательных учреждений Ленинского округа. Сейчас идет вторая смена. В течение 2 летних месяцев в лагерях отдохнули уже свыше 1400 детей. Преподаватели и вожатые делают все, чтобы будни отдыхающих были максимально насыщенными. И помогают им в этом культурные учреждения муниципалитета. Ежедневно мероприятия, посвященные истории родного края, экологии и науке, проходят в Видновском историко-культурном центре. Опытные лекторы учреждения знают, как сделать так, чтобы ребята не заскучали. Историко-культурным отделом запланировано много мероприятий о природе. Это и «Учись беречь природу», и «Земля – наш общий дом». Но все они только подчинены одной цели – помочь ребятам понять, что надо сохранять окружающий мир. А что такое окружающий мир, они уже здесь видят на мероприятии. Мы разбираем, они отвечают. Сегодняшняя лекция посвящена экологии и носит соответствующее название «Земля – наш общий дом». На нее приглашены ребята, отдыхающие в лагере «Улыбка» на базе Видовской гимназии. Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся и в учебное время, а посещают их не только школьники, но и воспитанники детских садов.